Мои птички, мои красивые, мои коллекции. Вот так мы поживаем. Это мои самые любимые, самые красивые. Некоторые уже, конечно, старенькие, в возрасте. Некоторым уже даже много лет, столько не живут. Вот, но тем не менее, как-то редко я сталкивалась с какими-то проблемами за все время. Вот, научилась обходить проблемы, нежели вообще как-то их решать. Поэтому птички живут, я считаю, в очень хороших условиях, очень хорошая светлая комната. Вот мои детеныши, в этот раз они все получились такие темненькие. Ну, как бы это не проблема. Это наш папа, это вот у нас такие маленькие детки, все подрастают. Вот красавчик вообще, его обожаю, я бы его себе оставила, ну просто уже некуда. Вот, все дети крупные, да, все красивые, все замечательные, у них очень хорошие вольеры. Учитывая, что я их еще и отпускаю погулять каждый день, новая пара у меня гуляет. Ну и в принципе по желанию, кто захочет. Когда убираю, открываю клетку, они не выходят. Вот, я ими очень горжусь, очень люблю своих птиц. Это мое хобби с детства. Наверное, с лет 18, уже почти 20 лет я этим не занимаюсь. И многие, когда сюда приходят, они даже говорят, что лучше бы я тут жила. Ну, это такая шутка. Вот. Так что спасибо. Спасибо всем моим людям, с которыми я общаюсь, которые оставляют хорошие отзывы. Мне это очень приятно. И как бы общение, оно всегда в основном позитивное. Поэтому побольше нужно в жизни позитивных, хороших моментов и меньше каких-то не очень хороших людей на своем пути встречать, чтобы все лучше складывалось. Всем спасибо. Всех люблю. Всем пока.